В Тверской области начался прием заявлений на пособие для детей в возрасте от 8 до 17 лет. Выплаты назначаются с 1 апреля. Претендовать на выплату могут семьи с низким доходом. При этом родители получат сумму сразу за 2 месяца – апрель и май. Заявление можно подать через портал госуслуг. При назначении выплаты проведут комплексную оценку нуждаемости. При этом будут учитывать имущественную обеспеченность семьи и занятость родителей. Среднедушевой доход семьи должен быть меньше прожиточного минимума на человека. В Тверской области, напомним, этот показатель составляет 12 148 рублей. Пособие назначается сразу на 12 месяцев. Предполагается, что поддержку в нашем регионе получат 31 692 ребенка. Базовый размер составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, это 8184 рубля 50 копеек. Если при назначении такого пособия среднедушевой доход останется меньше прожиточного минимума, то выплата будет назначена в размере 75%, то есть 9276 рублей 75 копеек. Если же доходы не дотягивают до прожиточного минимума и в этом случае, то пособие будет назначено в полном объеме, то есть 12 369 рублей. Оформить заявление можно несколькими способами. Первый – подать заявление через единый портал государственных услуг, обратиться в клиентские службы пенсионного фонда, а также подать заявление через многофункциональные центры. Первая выплата будет перечислена в течение 5 дней после принятия решения. В дальнейшем выплата производиться будет в кредитное учреждение 3 числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.